наш концерт продолжает лауреат всероссийского конкурса Андрей Пинчук. Выпускник нашей консерватории, как раз замечательного исполнителя на балалайке, заслуженного артиста России, профессора Владимира Георгиевича Урбановича. Мы сейчас услышим классику для произведения для балалайки. Написано это сочинение Николаем Будашкиным, концертные вариации на тему русской народной песни «Вот мчится тройка удалая». Thank you.